Всем привет, друзья! С вами Ольга, и вы на канале 100 рецептов. Сегодня поделюсь с вами рецептом молочного печенья. Оно легко готовится из простых продуктов, а получается вкусным и мягким внутри. Берем 100 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Добавляем 120 граммов сахара и щепотку соли. Перетираем. Добавляем одно яйцо. Перемешиваем. Вливаем 130 мл молока комнатной температуры. И добавляем цедру одного лимона. Хорошо все перемешиваем. Хорошо перемешав, добавляем муку. В среднюю порцию я добавляю 10 граммов разрыхлителя и хорошо перемешиваю. В тесто я добавила 460 граммов муки. И смотрите, тесто у меня получилось мягкое. Вот. Совсем немножко липнет к рукам. Это очень хорошо. Смотрите, вот. Совсем немножко, но не остается на руках. Значит, тесто у нас готово. Сейчас мы его или в пищевую пленку, или в кулек, что у вас есть, наворачиваем и кладем в холодильник на 20 минут. Прошло 20 минут. Тесто я вынула из холодильника. Вот такое замечательное тесто у нас. Берем небольшой кусок теста и формируем тонкую колбаску. Нарезаем кусочками длиной около 4-5 сантиметров. Выкладываем на противень, который я уже застелила пергаментом. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов на минут 15-20. Но все зависит от вашей духовки. Вот такое аппетитное молочное печенье у нас получилось. Оно в меру сладкое, мягкое внутри и очень вкусное. Обязательно попробуйте приготовить. Ваши отзывы жду в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди много интересного и вкусного.